Но это креативное пространство, которых, как все говорят, на территории Лутугинского района никогда не было. Здесь ребята смогут получить полноценное, обустроенное рабочее место для организации работы. Стол, стул. В самом деле, если человек хочет работать, хватит и этого. Но коворкинг, он же центр совместной работы. Рассчитан на комфорт и максимальную продуктивность. В капитально отремонтированном помещении разместились две аудитории для крупных мероприятий. Есть конференц-зона, а также кабинеты для самих резидентов. Местных молодежных активистов, прошедших открытый конкурс. Отбор. Я уверен, что вот именно этот наш центр, именно этот коворкинг, именно это место, где будут проходить не просто события внутри, но он еще и станет очень хорошим местом, которое позволит добрые дела транслировать на территорию не только всего города, но и территорию всего Лутугинского района, а может быть и целой республики. От характера, личностных качеств, культурного уровня и умений молодежи зависит будущее страны. Именно центр будет цитаделью сосредоточения идей, действий, взаимодействия, сплочения лутугинской молодежи и не только. Можно похвалиться о том, что это первый молодежный центр, вот современный, который у нас открывается сейчас на территории Луганской Народной Республики. Мы уверены о том, что таких центров будет больше. Самое главное, дорогие ребята, приходите сюда каждый день, наполняйте его своими эмоциями, своими новыми проектами. Это центр, ну, ребята, для вас. Я и говорю сегодня, все для вас. Это центр для того, чтобы у вас был какой-то досуг, чтобы у вас было развитие не только в телефонах сидеть, а еще заниматься, ну, общественно полезным и, наверное, развивающим свои мысли, свою голову делом. В начале мая в Лутугинский район ЛНР из Ульяновской области доставили современную технику. Моноблоки, ноутбуки, звуковое и проекционное оборудование, широкополосный телевизор. Все закуплено на средства президентского гранта при участии ульяновской организации «Профицентр». Спасибо нашим друзьям из Ульяновской области. Ребята, вы пользуйтесь максимально. Я вот сегодня прошелся, это действительно современный, отличный центр, где хочется и нужно работать. Мы сегодня вот перед открытием, вы все слышали, что даже министерство, и все хотят сюда переехать и работать здесь. Так что вам удачи, успехов, мы на вас надеемся.